Снова от ТКО. В Доме национальности прошло расширенное заседание региональной группы мониторинга экологии и защиты леса Общероссийского народного фронта. За круглым столом обсудили проблемы сбора и утилизации мусора на территории региона. Как обычно, для Ивановской области закон принят в урезанном формате, что не позволяет четко организовать процесс обращения ТКО. Полномочия правительства Ивановской области определены 7 пунктами. По словам активистов, схему обращения с ТКО не продумали и внедрили без обсуждений и подготовки. Оттого сейчас и возникает множество вопросов и проблем. Регоператор, управляющие компании, муниципалитеты до сих пор не до конца разграничили обязанности. Законодательную базу региона фронтовики рекомендуют привести в четкое соответствие с требованиями федерального законодательства. В некоторых регионах, которые только готовятся к принятию новой схемы обращения, в правила вводится обязанность рекоператора содержать мусорные площадки и убирать несанкционированные свалки. У нас, естественно, этого нет. Идет такое вот приталкивание конята. Далека от рабочего идеала, по мнению общественников, и территориальная схема обращения с отходами. В ней много ошибок, она технологически и экономически непрогрессивна. Действующая терсхема, она спорна с точки зрения экономического обоснования тех потоков отходов, которые заложены. Сомнительное экономическое решение департамента ЖКХ возить отходы, причем от 70 до 100 километров из Юрьевца в Кинешму, из Ильинского в Иваново, из Пучежа в Палих, нежели организовать какую-то переработку на месте и обустраивать новые полигоны для хвостов. В итоге все издержки, которые заложены, они ложатся на потребителей, то есть на нас с вами. Эксперты Народного фронта предлагают ликвидировать старые закрытые полигоны захоронения и создать современные. По мнению общественников, это поможет значительно снизить тарифы на вывоз мусора. Проект подготовленных предложений активисты Народного фронта передадут исполнительной власти региона. Мария Попова, Антон Осипов, РТВ Иваново.